Какой бы ты, сука, не был там, блядь, блатной там или какой, блядь, поверь ты мне, что ебало-то у тебя не резиновое. Вот. Так что вот такая хуйня. Так что давайте, ребята, не ругаться. Давайте лучше вместе жить, дружить и наслаждаться жизнью. Вот и все. Согласен? По Грише я нормально отношусь, в принципе. Но то, что он поехал к Шилову, блядь, это такой зашквар, блядь. Это настолько надо быть просто, блядь, человеком без каких-то моральных принципов, блядь. Ну, это просто пиздец. Ну, вообще никакой морали нету, нахуй. Ну, я хуй знаю. Я смотрел эти нарезки, как они там стримили, потом, как он Шилов о нем назывался, блядь. Это, ну, блядь, это полный шлак, блядь. Ну, там он этот, Митюша, этот, дурачок, блядь. Про Таньку ничего, конечно, говорить не буду. Вот. Она все-таки там меня защищала что-то. Танюх, если ты будешь это смотреть нарезку, ты передай своему этому дикобразу, блядь. Пускай лучше, блядь, за своим ебаным языком чуть-чуть, маленько, это, последить чуть-чуть. Я знаю, что он это сразу к погонам побежит, то есть. А так бы, блядь, так бы его, конечно, бы бока помять бы ему за его базар беспонтовый. Диман, на рыбалку. Я уважаю, вот, я вот Вадика раньше не понимал, блядь, Вижевича, блядь. Но то, что он не общается, блядь, это, блядь, вообще правильно делает. Это, блядь, насколько надо быть просто моральным просто... опущенным, блядь, долбоебом, блядь, взять нахуй в прямом эфире, блядь, лизать, извиняюсь за выражение, пизду своей жене, блядь. Ну, прям в прямом эфире, блядь. Это, ну, это, блядь, вообще пиздец. Это просто морально опущенный человек, просто, который не знает уже, блядь, что делать ему, нахуй. Ну, это, блядь, это вообще просто пиздец. А Гриша, он беспринципный человек, ему вообще похуй. Ну, то есть, такая хуйня. Я же вам говорил, ребят, я вам, ну, так уж скажу. Ну, прокладка, ебаный рот. Я же прав был, ёпта. Прокладка, она есть прокладка, хули тут говорит-то еще. Грубо говоря, так. Напомните ему на стриме у него. Прокладка это хули, понятно, прокладывается под всех, ну. И такая хуйня. Тебя не слышно, да как не слышно? Слышно. Давайте, ребята, лайкосиков накидаем. Да ладно, не будем за них, нахуй, ничего базарить. Тебя не слышно, да слышно все. Вась красавчик, что не пьет, да, точно. Я хуй знает. Ну я не знаю, блядь, это... Ну нет у тебя там просмотров, блядь. Нет у тебя там, блядь, дизлайков, ты сейчас, блядь, тонешь, нахуй. Ну, блядь, ну, блядь, кидаться из крайности в крайность, блядь, лазить, блядь, по тем людям, которые тебе, блядь, в принципе, ты их хуесосил, неприятен и вообще просто, блядь, ну, то есть, много чего, блядь, рассказывал, блядь, и просто поехать туда, блядь, в Калининград, блядь, к этому, блядь, не буду оскорблять, к этому, короче, к этому, блядь. И это полное, блядь. Ну, для меня это, блядь, неприемлемо. Ну, как вот вы говорите, там, сдаете, неприемлемо, приемлемо. Ну, вообще неприемлемо никак, нахуй. Это полная хуйня, блядь. Полный шлак, нахуй. Так что Гришка, блядь. Гришка все на стримах постоянно молится, блядь. Он это... Так, ладно. Так, Димон, какую последнюю книжку читал? Блин, братан, я, если честно тебе скажу, я книг-то, и, по сути-то, и не читал никогда. Все перебывание. Бля, ну я хуй знает, Гришка, конечно, блядь. На такой хуйне строить контент, хуй знает, не знаю. Я хуй знаю. Я не знаю. Ну вот мы, допустим, там раньше тоже с Гришей, да, не будем там сниматься вместе, потом снимались. У нас немножко другое общение, мировоззрение друг на друга. Ну, то есть у нас там, у него к нам, да, у нас к нему.
мы все-таки, блядь, вместе начинали, и как бы и от нас он, да, пошел там раскрутку у него хорошая пошла, блядь, от нашего канала, и все такое. И мы ему, считай, сколько помогали, и вот. Да короче, пиздец, я в ахуе просто. Много есть что сказать, блядь, но... Здорово, уебок. Давай гуляй, блядь.